Здравствуйте! В этом видео мы расскажем о принципе работы нового по автоматического купора MZ400E3 Mini. Главное его отличие – это компактный дизайн, облегченный вес, плавная регулировка скоростей подъема купорочной головки, упрощенная регулировка под различные виды тары высотой от 40 до 350 мм. Перемещение купорочной головки осуществляется на линейных подшипниках, что значительно увеличивает срок службы машины. Для безопасности купор оснащен специальной подсветкой. Данный образец настроен на пенициллиновый флакон. Давайте посмотрим его в работе. Спасибо за внимание, всего доброго и до свидания.